Чат, это вы включили или это мой плейлист? А, это мой плейлист, извините. Так. Значит, чатик. Прислали нам вот такие ухи. И файн. Фирма прислала. На затест. Сейчас мы их будем, собственно, вскрывать. Здорово, Кирилл. Трек из доната не забудь. Хорошо, поставим. Сейчас скроем наушнички. Я вам показывал, кстати, бусинку на этом ноже. Так, открываем. Значит, что мы тут имеем, чат? Мешочек для наушников, походу. Какой-то кожезаменительный, типа, такой мешочек. Окей. Так, и, собственно, сами наушнички. Вот такие наушники, чат. Форм-фактор, кстати, похож на хайперы, на мои. Даже вот эти металлические держалки под наушники похожи на хайперы. Ниже по проводу есть звуковая карта, ну, то есть наушники 7.1, поэтому у них своя личная звуковая карта вот такая идет. Тут есть переключалки режимов. Я не знаю, как вам показать. Короче, вот эта кнопочка активирует три режима, по сути. Для фильмов, для игр и для музыки. Какие-то там хитрые мега-режимы есть. Там три иконочки, типа музыка, игры, фильмы, видите? И кнопочка, которая эти режимы переключает. Такая вот штука. Так. Черные дешевле? Не знаю. Ifine H6 наушники называются, чат. Стоят они что-то около 3000 или 3500. Такой бюджетный вариант 7.1 виртуального звука, не знаю. Потестируем вот сегодня. Так, давай, значит. Теперь у них еще и подсветка включилась. Здесь. Да, вот. Подсветка, я так понял, не отключается, кстати. Здесь вот на пультике тоже, видите, подсветочка идет. Так. Ну вот, смотрите, вот если сравнивать, например. То есть форм-фактор похож. Хайперы, клауда. Но вот подсветка, вот лично для меня подсветка лишняя. Я бы ее выключил. Наверное, так я и сделаю потом в дальнейшем. Шумоизоляция на этих вроде тоже норм. То есть они ложатся так, что я вот сейчас говорю, я себя как-то вот где-то там вдалеке слышу. А так прям это достаточно удобно. Все, поехали, чат. Будем тестить сейчас. Так, еще раз 7.1. Непонятно. 7.1, как будто, я не знаю, как будто бинауральный звук в игре включен. Очень непривычно. Вот с переключалкой на фильмы я слышу громче ветер, например. На музыку басов меньше, как будто бы. Хотя это странно, да? Ну давай сначала сыграем в игровом режиме 7.1. Короче. А у вас звук вообще не поменялся, да, что, наверное, на стриме? У вас, типа, обычный звук, наверное, должен быть. Правильно же? Семь-один очень непривычно для меня. Короче, идти туда не очень хорошая идея.
Ёпта! Двое! Они уже там. Слева стоит за углом. Как-то у него оружие забаговано было, не? Еще один будет. Вроде чисто сейчас. Так, что тут у нас? Хорошие патроны, кстати. Нам такое надо. Хрена себе, звук какой. Я даже не представляю, что это стреляет по звуку. Вообще непонятно. Непривычно очень. Так, это я сейчас играл на геймерском пресете, короче, я сейчас играл. То есть вот центральная кнопочка, это типа на геймерском пресете, без 7.1 я сейчас играл. Слышно? Ну, все слышно. Все, что положено, все было слышно. Все норм. Ой, не та кнопочка. Так. Ну, вроде как, качество неплохое должно быть. Что скажете, чат, по качеству? Что думаете? Давай, ну, сыграем с этим микрофоном одну катку. У вас там ничего не шумит, не это самое, нормально все. То есть, вот, сейчас включаю свой Samsung. Вот это мой, вот этот микрофон.
основной, метеоровский. То есть слышно вот так. Микрофон, сейчас этот стоит что-то 1000-10. Раньше мы его брали за 3. Сейчас включаю микрофон, который на наушниках. Вот. Вот это микрофон, который на наушниках. Разница есть? Я думаю, должна быть. Но вроде как он звучит неплохо. Я не знаю, кстати, как звучал микрофон на хайперах. Я им ни разу не пользовался. Но на этих ушах звучит хорошо. Одного убил, один жив. Контейнере, да. Минус. Это я на каком режиме сейчас играю? Режим для фильмов у меня сейчас стоит. Не так много басов, но слышно. Это что такое? Да, это Аша был он, действительно. Да. В смысле? Чел. Почему боты его не стреляют? Я взорвал его, кажись. Да, граната ему зашла. Найс. Ну, сейчас, считайте, по звуку дал гранату. То есть, в принципе, норм. И... сейчас на 7-1? Нет, без 7-1. 7-1 слишком непривычно для меня. Я попробую как-нибудь кино какое-нибудь посмотреть в 7.1, может быть. Но в шутерах, в принципе, в мультиплеерных шутерах никто не использует 7.1. В одиночных каких-то играх, да, может быть. Да, перебегает, слышу. Окей. Так, что тут у нас? Патроны не очень хорошие. Я вот от Аркова начал брать перерыв в один день хотя бы. Типа, один день играем в Даркер, другой день играем в Тарков. И как-то, ну, не так уж сильно горит от Таркова. Не то чтобы горит. Я как бы, в принципе, от Аркова не горю.
что я знаю, что он такой сломанный, и нет смысла на него гореть. Я имею в виду, как-то проще к этому относишься, что ли. Типа, ну, будет глючить, пойду играть в Darker. Ничего такого. А на АГС-ке все-таки бот, видимо, это был. Видимо, бот лутал ящик, значит. Боты же сейчас лутают всякое. Понятно. Только что проходил. Уи-и-и, полетел. Ёпты, Лёня! Видели этот полет, блин? Просто таблички, так надо было сейчас поднимать с баллами, блять. Вы приняты в сборную художественного спрыгивания с трубы. Ходит по дереву. Первый этаж. Вот здесь в комнате стоит. Дверь в комнате стоит. Так. Че, есть один на втором этаже? Че думаете? То есть я их не должен, типа, рекламировать, эти наушники? Я просто должен в них поиграть, так скажем. Не обязательно вам их советовать купить и все такое. Ты сучка, какого хрена? Он не понял, что я уже здесь. Где-то еще должны быть жулики. И это хорошо. Значит, еще будет контент. Шестеро типов. Так, чат, давайте итог какой-то, наверное, сделаем по наушникам. Короче, получается, что микрофон хороший. Звуки в целом по игре я слышу. Есть три разных вариации звуков. Плюс можно включить, выключить 7.1. То есть кому как нравится, может использовать. Я вот поиграл в трех этих режимах. Мне больше гейм режим и который типа для фильмов режим понравились. Гейм режим более с басами. С фильмами режим более высокие частоты преобладают. Режим, который для музыки, что-то такое среднее, на мой взгляд. Вот, что еще я бы сказал.
То, что подсветка не отключается лично для меня, это, ну, не особо прикольно, потому что я не люблю всякие там подсветочки и штучки такие, магорючки. Мне надо, чтобы было строго и как бы стильно, красивенько. Микрофон верну свой обратно. Микрофон съемный. Еще раз вам их демонстрирую что-то. То есть вот так они сгибаются, все дела, ну, как хайперы практически. Ободок голову деформирует. Ну, прическа маленько пострадала, да. Ну, а куда без этого? Поэтому я сижу в каплях последнее время.